сложили флейту, легли на диван, подышали. Я дома обычно дня. Подышали, встали. Расслабились, все тело расслабили. Вот, вот так упражнение, так. Туда вдох, обратно вдох. Потом попрыгали, мы даже прыгали с ними. Прыгаем и ходим на месте, бегаем на месте. Тогда сразу меняется характер воздушного стола, сразу резко меняется. Почувствовали, что, так сказать, можно без него обойтись, отложить метроном, и это